Всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вместе с вами приготовить очень вкусную и быструю шарлотку. Давайте приступим. Для этого нам понадобится 5 яиц, стакан муки, стакан сахара, яблоки и ваниль. Сейчас мы возьмем и нам нужно отделить белки от желтков. И начинаем взбивать белки сначала на небольших оборотах и потом все. Уже взбились с сахаром, мы вводим наши желтки и опять перемешиваем. Мы, значит, берем нашу массу, белок с сахаром и желток. И постепенно вводим муку. Муку сразу мы всю не добавляем. Постепенно и аккуратно лопаточкой перемешивая так, чтобы мы не посадили наши белки. Вот такое вот у нас воздушное, легкое получилось тесто. И немножко добавлю для запаха эссенции ванили. И еще раз немножко все перемешаем. Вот такая вот у нас получилась воздушная масса. Супер. Берем форму. На дно я постелила пергамент. И выкладываем кольцами яблоко. Вот так вот я на дно выложила яблочки наши и сверху заливаем тестом. Вот так вот я выложила тесто. И теперь мы отправляем наш пирог в духовку где-то на 35-40 минут. Все зависит от вашей духовки, на 180 градусов. Что у нас получится, я покажу чуть позже. Вот такая вот у нас получилась красивая шарлоточка. Я ее достала с формы. Сейчас немножко приукрашу сахарной пудрой и покажу вам его в разрезе. Вот такая вот красота у нас получилась. Сейчас я вам покажу, какой у нас воздушный, мягенький, красивый получился пирог. Смотрите, какой он красивый, какой он мягенький, просто как пух.
Видите, тут вот внизу яблочки. Воздушный. Так что рекомендую вам. Тесто занимает буквально 5 минут, а удовольствие для вашей семьи на 5 с плюсом. Так что всем приятного аппетита! Если вам нравится это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи!